Всем привет! И я хочу извиниться за то, что я слишком тупая и отсталая, так как влог за август выкладываю в октябре. Еще у меня есть одно неприятное известие. Я забыла скачать видео с Максима, и сейчас их там нет. Поэтому вы не сможете увидеть выступление Игоря Савельева на Эластике, мое выступление на Хоббэй второго дня. Но одно видео я так и скачала, это 115 на Хоббэй, третий день. Так что вам я его только и покажу. А еще я забыла всю хронологию, и поэтому это видео, это сборная солянка всего того, что у меня осталось от этого влога. Так что приятного просмотра. Ребят, неловко это когда... Когда твою лошадь обосрала птичка. Мы смотрим трансляцию каких-то соревнований. Жесть. На самом деле, за то время, что я сейчас снимаю, это уже где-то 12 часов дня. И мы уже попределали много дел. У нас уже даже стартовала Регина на палке метр. Вот. А я сейчас пойду учить маршрут и стартовать 110-115 на Catch me, baby. А мы идем тусить. Эх. Хорошо сидим. Боится. Давай. Вот на ваших глазах Ксюша пытается прыгнуть до Руси, но ей страшно. Ксюша, давай! Сейчас она собьет человека. Нет, не собьет человека. Хоббэй мини-версия. Почему ты не нагибаешься? Надо нагибаться. Нагибайся, Ксюша. Скажи, он неприятный.